Без прогноза погоды нынче не обойтись. Народные приметы не особенно надежны. В Карелии действует 28 метеостанций и более сотни различных информационных постов, которые передают свои наблюдения в центр посредством, разумеется, телефона, телеграфа и других средств связи. Так вот, синоптики должны связистам около 300 миллионов рублей, им, в свою очередь, должны 150 миллионов авиаторы, 50 миллионов водники и другие по мелочи. Связисты, наконец, не выдержали, предупредили о прекращении обслуживания и обратились в Москву, которая, собственно, и должна разрешить конфликт. Мы получили предупреждение об отключении связи. Ну, прежде всего, об отключении телефонов здесь, в Петрозаводске, и это предупреждение уже частично реализовано. 17 телефонов из 27 в Петрозаводске отключены. Остальные, так сказать, могут быть отключены в следующий понедельник, 21 числа. И получили предупреждение о том, что нам откажут в услугах связи, так сказать, во всех остальных. Если там наверху поймут, что нужно все-таки восполнять то, что не додано, а нам практически почти ничего в этом году, кроме зарплаты, не давали на наши, так сказать, материальные затраты. И выходит, что на счетах синоптиков пусто, и приходится им ждать у денежного моря погоды.